Футуристические фигуры животных из дерева и картона плавно выезжают на подиум в свете огромных круглых ламп. Так начинается показ коллекции от кутюр модного дома «Шанель». Креативный директор дома Вирджини Виар подошла к идее показа очень креативно. Первые модели появляются перед зрителями, выходя из животных, как из троянских коней. В этот раз в коллекции преобладают мини-юбки с твидовыми жакетами и блестящими акцентами. Шанель снова вернул к жизни баску, а также дополнил наряды бабочками и шляпами-цилиндрами. Еще один особенный элемент – полуботинки на каблуке белого и золотистого цвета с лакированными черными носками. Виар убрала все лишнее, что обычно ассоциируется с высокой модой, оставила строгие силуэты, приглушенные формы и цвета. В финале фигура в виде слона сама плывет по подиуму. Из нее выходит модель в наряде невесты. Виар облачила ее в фату и в свободное мини-платье из тюля. На ногах все те же золотистые ботильоны выше щиколотки. Во время финального поклона Вирджини Виар представила художника Ксавьера Вейлана, который и разработал декорации. В Парижской неделе высокой моды принимают участие самые престижные имена в фэшн-индустрии. Среди них Джорджо Армани, Жан-Поль Готье и Кристиан Диор.